Органических веществ, цели урока
пройдет качественные реакции для неорганических и органических веществ. Оборудование и реактивы общие для всех запишем. Железо, медь, натрий, OH, серная кислота, азотная кислота, спиртовка и держатель, штатив с пробитами. Все у вас на столе. Так, ты что, записываем второй пример? Здесь пока записываете начало, то мы будем работать. Значит, под буквой А мы будем делать практически, а под буквой Б будем делать теоретически, то есть писать реакции. Set.
Хлорид железа растворяете, да? Реакции, и он будет, да, и он будет потом, а ты нагревала? Осторожно, с пробирками, после того, как нагрели, нужно сразу штатив поставить, иначе руками не хватает. Вы сейчас поставьте эти пробирки, Жень, и жди, пока он, пока реакция, пиши. Реакция получения, гидроксида железа 2. Надо все в одну взять, все их осадок получается. Смотрите.
Ничего вообще нет. Она все живут. Ты пиши рядом, не увидишь. Потому что сульфат меди, видите, в таблице растворимости, он растворимый, да, сульфат меди, именно вот этот вот голубой цвет, это сульфат меди, видите, он растворимый, то есть это не осадок. Сульфат меди, он растворимый, смотри на таблицу растворимости. Растворимый. Вы запишите реакцию и посмотрите, что там получается. Там получается сульфат меди и что? А голубой цвет придает именно вот этот сульфат меди. Сколько желудочь добавила, она не меньше. Сколько купорос? Синий купорос. Экспериментальным путем добился. Оператора не пострадает при съемках? Это неизвестно. Знаем в конце передачи. Вот 20, да? А чтобы вот это было? Ну что, ты снимай скрытый камер.
Скрыть. Вот часть сняли. Что, ты что прибавил? О, да? Да. Просто О. Просто не О, два. О, О, два, целых два получается. А О, это аж 30, О, О, А. А, О, уже два. Маша, разве такое бывает? Если только вы... О. Он же, в смысле, две молекулы на время. Она тебя слушала. Она тебя слушала.